Новогоднее настроение ЗАО «Калининская». Под таким названием одно из ведущих предприятий Твери провело конкурс для юных жителей областной столицы. Для участия в нем достаточно было нарисовать рисунок или смастерить поделку на тему Нового года или сельского хозяйства. Откликнулись более 50 семей, победители, призеры, а также каждый, кто принял участие в конкурсе, получили вкусные призы от ЗАО «Калининская». Быки и коровы под новогодней елкой, упряжка с оленями, везущая сметану, и даже самый настоящий молоковоз. Чего только не придумали участники организованного ЗАО «Калининская» творческого конкурса. В общей сложности в нем приняло участие более 50 семей. Как признаются организаторы, они были приятно удивлены уровнем поданных работ. Все поделки и все рисунки были замечательно и прекрасно выполнены. Вот. Но все-таки большинством голосов мы определили первые три места. Третье место в конкурсе заняла 10-летняя Светлана Глафирова. В своей работе она изобразила заснеженную ферму ЗАО «Калининская», а экспозицию украсила новогодней елкой. Делалась эта работа из медицинских шпателей, из ваты, блестки. Второе место заняла семья, которая также изобразила сельскохозяйственную ферму. А вот победителем конкурса «Новогоднее настроение ЗАО «Калининская» стала Ника Орлова. Девочка нарисовала, как она сама призналась, сладкую парочку Деда Мороза и корову. Было сложно нарисовать, ну, чтобы было все ровно. Ей самой очень нравится рисовать. Она просто сама вдохновилась, начала рисовать, а там уже где-то что-то немножко ей подсказывали. Здесь там потемнее, посветлее, поровнее, а так все сама. Призеры, победители, а также все участники конкурса были награждены не только ценными призами, но и продукцией от ЗАО «Калининская». На сегодняшний день предприятие создает широкий ассортимент товаров, которые можно найти на полках тверских магазинов. Вся продукция ЗАО «Калининская» – это экологично, натурально, а главное – вкусно. У нас в новинках это снежок, топленое молоко, биокефир, ряженка. И, конечно, на сегодняшний день мы стали вырабатывать сливочное масло. Что же касается поделок и рисунков, которые были поданы на конкурс, то все они, рассказали на предприятии, в скором времени отправятся во вновь созданный музей ЗАО «Калининская».